очень много поставлено на этот день. Мы готовили к нему очень долго, потрачено сколько месяцев, наверное, 8 всех этих подготовок, всяких мелочей. Сделать для нее такой супер праздник, чтобы она была центром внимания и маленькой принцессой, как мы придумали. Когда его нет, уже чувствуешь, чего-то не хватает. Так скучаешь, столько вот всего вот хорошего и доброго накапливается, что такое счастье каждая встреча наша после долгого расставания. Ты мне скажешь так просто о любви. Мы как двое подростков, я и ты. Водопадами сверху падали, падали, ей-ей. Ты мне скажешь так просто о любви. Мы как двое подростков, я и ты. Водопадами сверху падали, падали. Где-то в области сердца, где давно не искал я. Ты оставила греться, что-то в образе счастья. Еще выше над сердцем. А потом дальше, что потом. Я тебе от души просто так спою. Но ты мне скажешь так просто о любви. Мы как двое подростков, я и ты. Водопадами сверху падали, падали, ей-ей. Ты мне скажешь так просто о любви. Мы как двое подростков, я и ты. Водопадами сверху падали, падали. Играй гитара по струнам, чтобы за душу прямо, чтобы жить захотела. Игра гитара, мама. Еще выше над сердцем. А потом дальше шепотом. Я тебе от души просто так спою. Ну а ты мне скажешь так просто о любви. Мы как двое подростков, я и ты. Водопадами сверху падали, падали, ей-ей. Скажешь так просто о любви. Мы как двое подростков. Хочется для друг друга что-то вот сделать, радовать, что-то подарить, даже какую-то мелочь. Наверное, самый волнительный момент будет, когда все родственники будут. Приедут наши гости, друзья, которых мы не видели очень давно. Ты мне скажешь так просто о любви. Как двое подростков, я и ты. Водопадами сверху падали, 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 падали. Ты мне скажешь так просто о любви. Мы как двое подростков, я и ты. Водопадами сверху падали, падали, падали. Ты мне скажешь так просто о любви. Мы как двое подростков, я и ты. Поддержка. Самое главное – понимание друг друга, умение выслушать тогда, когда это необходимо и даже не необходимо. Всегда быть в момент рядышком тогда, когда ты нужен. И тогда в этом есть смысл любви. У нас много каких-то целей, какие-то мечты, что, ну, я уверена, что вместе мы всего этого добьемся. Мы на правильном пути.